Вода. Вода – источник жизни на Земле, один из главных ресурсов существования планеты и человечества. Бережное отношение к ее источникам, забота о водоемах – одна из главнейших наших задач и государства, и правительства, и каждого человека. Сбережение природы и воды, которую мы пьем – это не просто необходимость, это вопрос выживания человеческого рода. Коллектив акционерного общества «Водоканал» из Якутска дает старт экологической эстафете «Чистый берег» и призывает своих коллег по всей России поддержать этот почин в бережном отношении к водным ресурсам. Ведь кто, как не наши собратья по профессии, лучше всех знают, что от отношения к реке или озеру, от чистоты их берегов зависит качество воды, которую все мы получаем в своих домах. Именно поэтому мы рассчитываем, что акцию «Чистый берег» поддержат и подхватят все предприятия водоснабжения России. Экологическая эстафета «Чистый берег». Бережем воду, сохраняем жизнь.